Всем здравствуйте. Меня зовут Юля, я из города Калининграда. Хочу поделиться своими впечатлениями от прохождения пока что предобучения. На данный момент я работаю уже больше 10 лет торговым представителем. Вот, в этой сфере как бы уже очень давно. Так как мир не стоит на месте, естественно, тоже хочется двигаться вперед, познавать новое. И, естественно, то есть как бы уже надоело, скажем так, кататься постоянно на машине за рулем, то есть как бы тратить свое время, вот, и давно подыскивала для себя работу онлайн, чтобы уйти от начальства, вот, чтобы работать в удовольствие для себя, на себя. Проходила очень много разных вебинаров и SMM, и менеджер маркетплейсов, то есть, ну, бесплатные курсы проходила, и ни один курс не цеплял. Просто вот просидела, прослушала, то есть не зацепила, интереса не вызвало, очень много воды. Вот, поэтому наткнулась на Елену случайно, даже честно уже не помню как, но случайно решила, ну почему бы нет, как попробовать. И вот попробовала, и если честно, с первого дня просто зашло настолько просто своими словами, как бы Лена все объясняет, рассказывает, то есть чуть ли не на пальцах. Вот, поэтому на этот раз сомнений как бы действительно не было. Вот, что понравилось? Понравилось больше всего делать аудит сайта. То есть это прям вот интересное занятие. Никогда не обращала столь внимательно на все это, переходя на, ну, по ссылкам на разные сайты. Вот, сейчас, конечно, для меня это стало, ну, не то что открытием, но, естественно, что-то новое. Вот, очень нравится, очень кайфую, очень прям вот заряжает. Каждый урок делаю с удовольствием, и очень понравился урок про составление графика на месяц, да, по-моему, или на неделю, короче, уже не помню. Раньше думала, что это все фигня, на самом деле действительно очень сильно дисциплинирует. Просто ты находишь столько много свободного времени и выделяешь как бы его на все. Это очень круто. Советую этот курс, наверное, все-таки людям, которые хотят изменить свою жизнь, которые хотят двигаться вперед, естественно, это огромнейшая борьба с самим собой, потому что есть, естественно, страх. И лень, от нее тоже никуда не денешься, но это очень большая, трудоемкая работа с собой и над собой. Но это круто, это действительно круто, то есть ты познаешь себя, ты знаешь, что ты можешь больше, и делая домашнее задание, как бы ты просто настолько появляется уверенность в себе, что да, я могу, я хочу, я могу. То есть все круто. Вам спасибо большое. Вот. И уверена, что у меня все получится. Я иду к этой цели, как бы я знаю, я хочу с вашей помощью, естественно, как бы стать профессионалом в этой сфере деятельности. Вот. И да, учиться новому, продвигаться, двигаться только вперед и наслаждаться жизнью. То есть спасибо.